у Паши Ларионова, Павла Федоровича потом и сейчас уже. Пашку сорвало с брони фугаса, вжало меж камней взрывной волной. В первый раз очнулся парень сразу, в госпитале только во второй. Шевельнуть рукой, ногой бессилен, вместо тела обнем на язык, а вокруг одна другой красивей. Бегают, хоть отлови да всыпь. Только где уж даже речь овечья? И не смог он, бледя, возразить той девчонке, севшей на предплечье. Эх, девичья медсестричья прыть. А она повадилась и мило на ладонь гнездилась, как на стул. В 10 дней собрался Пашка с силой, пальцем под курносой шевельнул. Вмиг взлетело несколько пощечин, хлестких хоть и маленькой рукой. Залепило, только между прочим, Пашка был развязки рад такой. Ведь потом всего исцеловал. Хлебывая, Господи, ожили, улыбнулась, как ребенок малый. Здорово придумала, скажи. Па-да-ду-па-па-па-па, па-да-ду-па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